Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале компании Купи-салон. Если вы еще не подписались на нашу компанию, обязательно подпишитесь, нажмите кнопочку, колокольчик, что вам нравится это видео. Мы готовы для вас снимать все больше и больше. Итак, сегодня у нас в гостях автомобиль американского производства Tesla. Довольно нечастый гость нашего ателье, но при этом оно по нашему направлению. Даже в таких автомобилях бывает, случаются некоторые повреждения, причем из-за заводского исполнения у нас получилось пластиковые детали в задних сиденьях, сейчас мы вам покажем это на видео, немножко, так скажем, вышли из своих посадочных мест, разошлась нитка на коже, и теперь это выглядит непрезентабельно для данного автомобиля. Мы эту проблему обязательно клиенту поможем решить. Итак. Дверь у нас открылась, сейчас мы ее приподнимем немножко повыше. Банальная проблема, то есть вот этих мест, на самом деле это не первый автомобиль, который встречается с такой проблемой. Кожа выскакивает из-под пластиковой накладки, которая держит ремень. А с этой стороны ремня разошлись нитки, и кожа начинает, соответственно, разъезжаться. Мы это поправим, клиенту здесь приведем все это в порядок, немножко утянем нижние швы, которые здесь идут под этой пластмассовой частью, и клиент будет дальше наслаждаться своим автомобилем. Поэтому, если у вас есть какие-то проблемы с любой маркой автомобиля, любого производства, обращайтесь в компанию Купи-салон, и мы обязательно вам поможем.